Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Sony Xperia One Mark III, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выйти из режима Recovery. Для этого мы с помощью уменьшения громкости спускаемся в самый низ и нажимаем на кнопочку Power Off, используя кнопку питания. После того, как телефон вырубится, нажимаем и удерживаем кнопку питания до появления логотипа Sony. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.